Париже ситуация становится все более напряженной. По мере того, как волна беспорядков захлестывает город, международные СМИ активно освещают протесты, начавшиеся после трагической находки несколько дней назад. Три афганских мигранта были обнаружены мертвыми в непонятных обстоятельствах, и это стало поводом для массовых протестов афганской общины в Париже. Ситуация на улицах становится все более хаотичной с группами мигрантов, выходящих на улицы, чтобы выразить свой протест. Видеозаписи показывают, как они используют насилие и разрушение, нападая на общественные объекты и даже атакуя транспортные средства. Власти города бьют тревогу, пытаясь сдержать волну беспорядков и восстановить общественный порядок. Эти события кардинально противоречат ранее опубликованным отчетам о том, что полиция Парижа успешно справляется с преступностью. Ситуация продолжает развиваться, и местные власти призывают к спокойствию и диалогу для решения конфликта. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Y'a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?